если проглотить вишенку с косточкой, то вишенка сможет внутри прорасти, и ты уже будешь девушка-вишня. Вас пугали этим в детстве, да? Нет, не пугали, сейчас что-то так пришло в голову. Дурацкий же вопрос, дурацкий ответ. А как вот сама косточка может навредить нашему организму? Или не может навредить? В легкие попадет. Косточка в легкие? Ну. Почему вот нельзя вишенку есть с косточкой? Тенька, не вочек не боит. Подавиться можно. Наверное, застрянет. Это наносит вред прямой кишке при проходимости наружу. Запор может быть. Кто сказал, нельзя? Да, можно. Можно и ничего не будет? Да, нет. Я много раз пробовал. Что же будет, если проглотить косточку от вишни, допустим? Проглотить косточку можно, наверное, только случайно. Если это произошло, ни в коем случае человек не должен паниковать. Прежде всего, надо знать о том, что концентрация вредных веществ, в частности, речь идет о синильной кислоте, содержится в очень маленьких концентрациях и не ведет к отравлению. И дерево никакое не прорастет, как нас обычно пугают бабушки в детстве.